Красиво. Yeah. It is so clean. Say again. So clean. So clean. Так чисто. Это правда. Видите, ну маленько какое-то что-то там это. Ну нет, вообще молодцы. У них везде. Вот это, вот clean service. You see, guy? Покажу сейчас clean service чистильщиков. Вот в этих костюмах они, или в подобных, но похоже, что-то яркое, как эти, как попугаи. Вот такой вот костюмах они. Кто такой костюм? Ну, похожий, с этими полосками яркими. Они везде убирают, ходят, убирают, убирают. Ой, какая красота! Паркинг. Do you see this, как beautiful, honey? Honey, Gaudi. О, Gaudi, Gaudi, yeah. Gaudi, ну, по-русски Gaudi, Gaudi. Этот архитектор. Ой, как красиво здесь. Смотри, какой ресторан. Let's go. Oh, oh, mama, mama. Wait, wait. Too close. Yeah, let's go. Ой, какая красотища. Готика, готика. Это там стрит готики, да? It was street. Gothic street or... Как-то готическая улица, что ли, называется? Район. Смотрите, какая красотища. Боже мой. И музыка есть здесь. Он играет, дядечка. Боже, какая красота, мамме. Ой, ой-ой, ой, божечки, это американские, наверное, туристки, нет? Девчонки американские. Yeah, да-да-да-да-да, эти, на английском языке шпоры. Ой, слушайте, это что-то вообще неповторимое. Ой, какой кошмар. Смотрите, апостолы там. Ханик, ask him what, how we can get in. And when? In the morning. Гляньте, как красиво. Апостолы. Этот апостол стоит. Сейчас покажу. Вот этот апостол стоит. Еще она стоит, апостол. Индийская женщина, вот эта в зелененьком, она нас фотографировала из Индии. Спросила их, сложила руки вот это по-индийски, что, пожалуйста, пропустите, что-то она их просила, не знаю, не пустил. Ну, если закрыт, конечно, уже закрыт, но о чем они говорят? Ты что? Все будут просить, кто из Индии, кто из России, что оно будет. 7 часов вечера мы должны были прийти. Ой, смотрите, дракон, do you see dragon? Do you see some animal over there? You see that? Gargoyle. Yeah. Gargoyle, имеется в виду. Say gargoyle? Gargoyle. Господи, сроду не знала. Gargoyle. Не знаю, может, Gargoyle, может, нет. Но красиво. Боже, какая красота, слушайте, ну вообще. Alligator? Where? Oh, yeah, yeah. Maybe a dragon. Этот alligator или крокодил, вот там, видите? Аллигатора, может, ящерица, что-то в этом роде. Here you got a woman, what do you call him? With the fish tail? Oh, yeah, 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 русалка, ага. Yeah, perfect. Here you have angels. Yeah, yeah, yeah. Yeah, small angels, этих, как их, господи, ангелы, ангелы, angels. Ангелы. Ой, ну вообще обалдеть, боже мой, как красиво. Ну, слушайте, вообще, обалдели мы. Мы обалдели, все, остаемся жить. Honey, we are so excited. We will live here, right? Will we live here? You wanna to live here? Ну, stay here. Где самые эти драконы там оттуда, вот из стен торчат. Ой, ну жалко, что они закрыли. Чего они закрыли этот собор? Ну, я имею в виду раньше. Еще ж не темно. Чего они закрыли? Могли бы еще пускать бы людей. Музей. Даже музей этого есть. Это вот на углу вот там.
в уголке музея. Пошли посмотрим, там кино. Ну, это сувенирный шоп. Вот шопы сувенирные открыты, видите? Русские. Называется Собор Барселоны, вроде бы так. Вот тут все написано. Все. Смотрите, это за музеем такая улочка узкая. Это не музей, господи, это Барселона Кафедрал. Кафедральный собор Барселоны. Вот так вот, действующий. Ой, и опять эти драконы там торчат. Вы видите там драконов торчащих сейчас? Wait, baby. Do you see? Да. Торчат драконы везде. Ой, боже мой, какая это история. А в каком году построен, кто его знает? Ничего не знаем. Мало дней, господи. Здесь активных дней получается только 4. Вот если взять 8 дней, сколько мы, да, примерно? 7 получается. 4 дня активных получается. Пока приехал, спишь, как убитый из Америки. Здравствуйте. Это музей. Здесь музеум. She's waiting for me. Yeah, she's waiting for you. Сейчас просто покажу, кто I'm waiting for him. Sorry. She's very beautiful. Она говорит, ждет меня. You got it? She's waiting for me. С этой стороны красиво. Ой, как здесь красиво гулять. Классно. Дракон, если дракон, солнце. Yes. Опа. О, с человеческим лицом, да? О, смотрите, какая красота. Это собор с боковой части. О. Русский. Russian. Везде Russian, даже с маленькими детьми. Боже мой, какая страница. Сколько ему лет? Надо про него прочитать, это про собор, сколько ему лет. Он старый, очень старый или нет? Ну, не старее римских, конечно. Ой, слушайте, вообще. Как интересно здесь гулять, да? Кафетерии такие. Старое все. В решетке. И там витраж такой старый, зарешоченный. Ой, боже, какая красота, слушайте. Пожалуй, очень старый, но надо посмотреть, что ж он, с какого ж он года эта самая стройка, постройка. Это какая красотища. Девочки, надо Барселону посетить в своей жизни. Мы с хазбендом решили, что мы приедем еще сюда, только, ну, позже, может, 2-3 года позже. Поедем, может, в Мадрид посмотреть. Мадрид, сказали, не очень красиво. Барселону, сказали, самый красивый город испанский. О, боже, какая красотища. Классный собор, да, прелесть какая. You wanna drink something there, or what? I was thinking about the beach. Oh, yeah. But how we can go? Let's go around. You know direction to the beach? Oh, okay, let's go. На пляж пойдем сейчас. О, как страшно. Эти балкончики такие маленькие, узенькие, да? Как там на них, значит, такие узенькие, все такое махонькое. Эхо. Это с вандалы, сволочи, обрисовали. Что там? Ходи, you crazy, that... Господи, давай слушай, ну в такие здесь не ограбить не могут нас. Exactly three, like uh-huh.
хорошо. Смотрите, какой дворик здесь. Поставили горшочки. Ой, собор этот. Гляньте, смотрите, там живут люди здесь, мама моя. Смотрите, белье сушится, живут люди. И наверху сушится белье там. Вообще. Вот это да. They live here, honey. Can you imagine? Let's go. Боже, какая старина. Вот вот they have here. Кафетерия. Кафетерия. И вон свет. No, let's go on the beach, okay? Because we will don't spend the time. Ой, я еще хотела там какие-то красивые такой барели, ладно, потом. Это правительственное здание, вот это с часиками, скорее всего. Но мы оттуда вышли. Слушайте, ну там вот там, где старее эти соборы, лучше, конечно. Ой, смотри, сколько тут такси. С кем-то там фотографируется все время. Are you sure here direction to the beach, right? Yeah, honey, this, let's walk on the... Красота! Ой, какие эти подъезды! Фонари, смотрите, какие фонарики! Топиться! Фонарики, фонарики! О! Живет кто-то, да? Он в такой красоте живет. А может, он уже надоело. Людей полно, крики, шум. Такси, полиция шумит. И бесконечные туристы. Бесконечные туристы. Вот. Так вот и не попадаются хорошо одетые люди. Я вам сказала, правда были. Но это вот, ну это туристы вокруг здесь бегают, вокруг собора. Они одеты просто, потому что с колес только, да? И на колеса. А вот местные жители там, по деловым кварталам, я вообще там обалдела. Думаю, ой, какие где женщины с таким вкусом. Не то, что там она очень дорого в золоте обвешанная, безусловно, нет. Но бренды хорошие, они одеты. Так это правильно, знаете. И по погоде, и по стилю вообще хорошо. Вот что-то здесь мне не встречаются вам показать. Ой, все это бутербродики. И еще много здесь этих... кафе с бутербродиками сверху, типа русских бутербродиков таких, только не черный хлеб, а белый. И на него положена соленая рыбка, там какой-то из банки эггплант, когда мы вчера ели эггплант, это этот синенький баклажан. Вот. Реставрируется дом, красивый какой, да? Сеткой обнесли. Вот этот Red Bus. Завтра мы его. Tomorrow we will take, okay? Red Bus, honey. Honey. Of course, yes. Uh-huh. Honey, wait. Are you sure? No. No, we are not hungry. Смотрите, какая красота. Зашли в какой-то тут этот тупик здесь. А здесь уже отремонтировано, это современное здание. А это эти homeless'ы, грязные ходят. Come on, don't need hotel in this. No, 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 no. No, you cannot. It's because it's not America. Говорит, пошли вон отель, говорит, открыть, давай, говорит, туда в туалет сходим. Я говорю, нет, потому что это не... Она говорит, why? Почему? Потому что, говорю, не Америка. В Америке вы заходите в шикарное, в любое здание, супермаркет here. It's from another site. Uh-huh. Шикарное любое здание. Заходите, пользуйтесь туалетом. Отель это высокого класса, без проблем. Заходите сразу. И они даже тебе говорят, просто даже не удивляешь. О, там, ну все, абсолютно. С детьми, с матерями. Вот. Гляньте, маленький такой участочек здесь. Дворик такой. Но не знаю, в этих странах, по-моему, это не принято. Просто, наверное, швейцар стоит на входе.
играют, для собаки сделали дворик местные жители. Балкончики такие маленькие, просто не балкончики, а для цветов, видите, для цветов просто. Так хорошо поставить горшки, да? Вон эти сумасшедшие мотаются. Аня, let's go for main street, а? No? We have to turn at the next one. Гаражи у них тут так, это под домом. Дорого, наверное, в центре города, но потом историческое место, скорее всего. Ну, жить здесь, я бы не сказала, что здесь удобно жить. Все малюсенькое, представляю, квартиры маленькие, как мы жили в этом, в центре, в этом Риме. Не в той именно квартире, она переделана под отель. А вот и соседка нас туда приглашала, это самое. Ну, конечно, маленькое такое. Хочешь больше, плати намного больше. Все на мототыклах. И здесь ресторан какой-то. О, ресторан. Ой, все. Такие. На балконах все сушится, одежда. Все. Этих что, сушильных машин нет у них по какой-то причине. Неизвестно. Какое-то здание, а там написано Libertad. Наверное, вот это, ну, Liberty, да? Professor Politics. Прессос. Ну, что-то такое политическое. Все в неуголе. А вот и здесь. Вот и да-то. Is it open? Yes. No. It's open, а вот и да. Ну, let's go to see. Пошли. Нас во все подворотни. Во все подворотни тянет. Я голову задеру и иду, снимаю. А это самое. И все время спотыкаюсь. Maybe. Вот как хотел с ободранными дверями. Это не хотел. Что такое туристические эти двери какие? Господи. Со щеткой, главное, тут щетка. Со щеткой. Фу, что-то туалетом запахло. Они не дадут мне сейчас снимать. Это старый банк. Такие банки ручки латунные, классные. Старый банк, слушайте. Старый банк. Старое здание, вернее. Красиво так, хорошо. Но главное, что щетки здесь. Окей. И латунные ручки. Видели, какие красивые? Старый банк. Либерта. Написано. Let's go, baby. Так.